Армия Израиля нанесла в ночь на понедельник авиаудар по заброшенному зданию на голландских высотах, которое, как сообщил представитель вооруженных сил, послужило временной базой для джихадистов, совершивших накануне нападение на израильских военных. В воскресенье израильская авиация уничтожила группу из 4 боевиков, открывших огонь по военным на границе с Сирией, в южной части голландских высот. По данным израильской стороны, нападение совершили члены группировки бригады мучеников Ермука. Никто из солдат не пострадал. Мы хорошо подготовлены на нашей северной границе. Мы не позволим Исламскому государству или любой другой группировке установить присутствие вблизи наших границ под прикрытием войны в Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Принадлежащие Сирии Голланы Израиль захватил в ходе шестидневной войны 1967 года, а в 1981 провозгласил над ними свой суверенитет. Аннексия была признана недействительной международным сообществом, которое по-прежнему считает эту территорию сирийской.